Обстоятельства сложились так, что в течение полутора лет я не имел возможности посетить Калининградскую землю, Калининградскую епархию, правящим архиереем которой являюсь до сих пор. Но через постоянные встречи с владыкой Серафимом, через чтение документов, был в курсе всех дел, участвовал в мере своих сил в управлении Калининградской епархии. И когда выдалась возможность, с радостью направился сюда, на берега Балтики. Это совпало по времени с моим путешествием на Дальний Восток. Я совсем недавно был на Камчатке, на Командорских островах, в Корякии, на Сахалине, в Якутии. Имел возможность, молясь, встречать восход солнца над нашей великой страной. И в мыслях моих очень часто возникал Калининград, самое западное порубежье Руси. И предстояла дивная картина великих географических пространств, которые были открыты и обжиты нашим благочестивым народом. И на всех этих пространствах присутствует Русская Православная Церковь, Церковь-мать нашего народа, вдохновляющая людей на жизнь в соответствии с Божьим законом, в соответствии с Божьим замыслом о человеке. И сегодня, находясь уже на западном порубежье Руси, вспоминаю Восток и делюсь этими воспоминаниями с вами. Мы огромная, единая, великая страна, у которой неисчерпаемые возможности и человеческие, и дары природы, что вложены Богом в нашу землю. Как важно, чтобы все это заработало для устроения мирной, справедливой и благополучной жизни для людей. И чем больше удается мне наблюдать жизнь нашего Отечества в разных его уголках, тем более убеждаюсь в том, что справимся мы со стоящими перед нами задачами тогда, когда будем иметь сильную веру, горячую молитву Господу, и когда будем неленностно трудиться. Посещая сейчас Калининградскую землю, имел возможность увидеть завершенное строительство тех храмов, в основании которых мною были заложены первые камни. Радуюсь тому, что сегодня происходит в нашей Калининградской епархии. Сердечно благодарю владыку Серафима, духовенство Калининградской епархии, за их неленностные труды во славу Божию. Благодарю всех вас, мои дорогие, за хранение веры, за хранение наших святоотеческих традиций. Дай Бог, чтобы общими усилиями процветала Калининградская земля. И молитвами нашими, может быть, подчас недостойными и слабыми, пусть преклоняется каждому из нас милостивое и любвеобильное Божье благословение. Завтра мы совершим в этом храме Богу содействующую божественную литургию и будем иметь радость дальнейшего общения. А сейчас я хотел бы всех вас благословить и пожелать мира душевного, здравия, крепости сил и благополучия вашим семьям. Храни вас всех, Господь!